И пришли новые песни, и какая-то началась такая бурная, активная жизнь, и такое количество людей пришли в интернет, и я освоила это пространство. Кстати, да, вы активный пользователь социальных сетей. Я хочу сказать, такое количество такое людей, столько всего. Что пишут поклонники, слушатели? Ну, любовь невероятная, я так благодарна всем. Более 7 тысяч у меня друзей, и вообще это пользователи, и я на самом деле... Всем прежде всего кланяюсь пояс за те слова, которые меня поддержали и, может быть, еще дополнительно спровоцировали, в хорошем смысле слова, на вот это вот развитие деятельности, потому что это фон, который для меня был понятен, мне было важно узнать. Если бы там была бы, ну, такая ровная и, можно сказать, вялая ситуация, может быть, я бы и не стала бы инициировать вот это движение вперед. Поэтому я всем кланяюсь. К сожалению, не всем могу ответить, понимаете? Но вот сегодня пользуюсь сказать вам всех, что я вас люблю, обожаю. Благодарю за ваши цветы, за ваши лайки, за все ваши слова, которые вы меня просто обласкиваете. И это очень помогает в творчестве. Я знаю, что это возвышает, да. Дает столько сил творить. Но вы знаете, у меня всегда с публикой, с людьми, которые ко мне приходят, она вообще всегда своя особая связь, своя очень нежная связь. И поэтому, когда я им говорю, что мои дорогие, я вас благодарю, и я вас очень люблю, это не просто такие, знаете, словечки, которые актер может себе позволить. Потому что артист и публика, которая в том пространстве находится, в зале или в эфире, да, это невидимые связи. И они очень сильные. И вот эта любовь или нелюбовь, она является ритмом. И вот эта божественная милость, вот связь вот это тепло человеческое, которое я очень ценю. Собственно, вот об этом я хотела сказать. А любовь, наверное, потому что вы очень много отдаете. Вы со сцены отдаете все это в зал, и публика, слушатели купаются в этих лучах любви, наверное, так. Ну, вообще, я думаю, что без любви вообще жизнь скучна. Любовь – это некое общее, большое пространство, в котором человек себя чувствует счастливым. Потому что если он скупой и холодный, ему труднее жить. Дорогие друзья, напоминаю вам, что вы слушаете радио «Наши» в Подмосковье. У нас в гостях народная артистка России Роксана Бабаян. Телефон прямого эфира 8-800-700-58-98. 8-800-700-58-98. Звоните, очень ждем ваших звонков.